Поколи? Ну да. Я прекрасно помню, как открывался стадион, сколько эмоций здесь было связано. Первый тайм, наверное, у нас не очень получился. Мы не могли правильно расставиться в атаке и выйти, как мы хотели, в позиционную атаку. Поэтому пришлось сосредоточиться на обороне. Во втором тайме, как раз, когда уже вроде бы как, на мой взгляд, больше получалось у нас в атаке, мы пропустили гол при достаточно для нас курьезных обстоятельствах, потому что Бельгард покинул поле, мы еще не успели выпустить Тарасова, и второй центральный защитник Пабло Сантос тоже лежал на поле в этом эпизоде, поэтому как раз провисла центральная зона. Но я очень рад, что не бросили весла, продолжили играть, стали создавать моменты и в конце концов смогли отыграться. Я смотрю все матчи армейцев и в целом понимаю, в какой тактической модели будут играть. Просто даже когда ты знаешь, что будут идти диагонали на Марио, и он будет включаться, и ты об этом говоришь, и ты под это строишь план, все равно, это я просто один маленький пример, его сдержать очень сложно. Поэтому то, что удивило или нет, наверное, надо ставить вопрос не так, а вопрос ставить в том, что смогли ли мы справиться или нет. На протяжении всего матча, скажу честно, у меня были несколько другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре. Поэтому, да, было крайне приятно вернуться на стадион, на котором, ну, на нем, к сожалению, не так много матчей я провел как главный тренер. Но, тем не менее, тот же матч открытия с Териком и те матчи, которые были здесь, они незабываемы. Thank you.
такие победы, как с Краснодаром, или такая ничья, как сегодня, для нашей молодой команды в плане внутренней уверенности они очень важны. Мы очень удачно провели отрезок, особенно после пандемии, после карантина, вот этот кусок. И причем это касается и качества игры, и результата. Вот, поэтому понятно, что задача минимум, как и задача максимум, была сохранение прописки в премьер-лиге. Сейчас мы эти задачи выполнили, у нас осталось еще две игры. Ну и понятно, что мы постараемся уже как можно качественнее их провести, как можно выше подняться в турнирной таблице в этих двух встречах, потому что это важно и для итогов этого сезона, и учитывая очень короткое межсезонье, это закладывается и какой-то фундамент на будущий сезон.